Количество предприятий, которые выпускают творог и творожные продукты, с каждым годом растет. Ну и, соответственно, мы постоянно совершенствуем свой ассортимент и решили разработать новый стабилизатор, который не содержит крахмала. Над этой разработкой мы работали очень долго. Для того, чтобы создать композицию стабилизатора такого универсального, который мы получили. Стабилизатор работает на твороге любой жирности. То есть мы можем приготовить творог как 0%, так и 9, 18. Также перед нами стояла задача получить универсальный стабилизатор для разных способов производства. Мы этого добились. Стабилизатор можно использовать как для творога как кислотно-сычужным способом, также кислотным. Ну и сепараторным способом тоже этот продукт работает и показывает себя отлично. Очень важным показателем для производителя является, чтобы творог не окрашивался в фиолетовую окраску, не давал реакцию на йод. Наш стабилизатор не дает фиолетовой окраски. Он остается по цвету такой же, как коричневый, как мы капнули йод. Можно добавить водички. Стабилизатор имеет экономичную дозировку всего 0,5% к общей массе молочной смеси. Творожный продукт получаем с рассыпчатой консистенцией, отличным внешним видом. Творожный продукт имеет чистый кисломолочный вкус, такой же, как творог по ГОСТ. Также после заморозки и дефростации он сохраняет творожное зерно в первоначальном виде. Итак, наш новый стабилизатор позволяет получить творожный продукт по всем своим показателям, соответствующий творогу по ГОСТ. Также позволяет увеличить выход творожного продукта более чем на 30%.